под стук колес и гул работы. Впервые в истории городское депо превратилось в художественную мастерскую. Владислав Сав, 45, уличный живописец из Испании, в рамках фестиваля «Самара Граунд» подготовил для самарцев подарок ко дню города. Первый мобильный арт-объект. Женские образы и цветы – типичные мотивы полотен, точнее, муралов художника. Чаще Сав-45 пишет свои работы в европейских городах. В 2021-м в Россию его пригласили впервые. Он написал 30-метровый портрет Максима Горького в Нижнем Новгороде к юбилею города. После – иллюстрацию к рассказу татарского писателя «Белые цветы» в Казани. А теперь он здесь, в Самаре. Вот именно трамвай нет, я не раскрашивал. Мне показался очень интересный объект для работы. Я пытался передать движение через свой стиль, который я использую. Там он фигуративный, есть и простые абстрактные какие-то формы. В общем, и через цвет, поскольку трамвай будет в движении, чтобы он как-то передавал скорость. В создании арт-объекта автору помогали самарские волонтеры. Вообще я в принципе художник. То есть, как бы я работаю в художественном направлении, но поработать именно с баллоном и поработать на таком большом объеме, тем более на таком объекте, как трамвай, у меня вот, ну, первый раз, естественно, такое случилось. И это вообще очень крутой опыт. Мы дополняем листок таким образом. Пожалуйста. Вот так? Да. Правильно? Да, да. Что ж, и мы оставляем свой вклад в украшение города Самара ГИС. Вместе с художником. В дебютный рейс обновленный трамвай отправился уже в день города. Он будет следовать маршрутам номер 1 от остановки Пионерская по Фрунзе до автостанции Аврора. Гульфия Сафина, Никита Колосов, Максим Гусев, Николай Сидоров. События.